эту мебель и вот тут тоже. Привет, Лен. Привет, Маш. Че, ремонт затеяли? Что-то типа того. Деньги наконец-то появились, да? Ну, чуть-чуть. Круто, номера есть? Номеров нет. Че, по старой схеме? Лен, скажи, как есть. Для меня нет или вообще нет номеров? Маш, пойди проверь, все занято. Мехмед! Добрый день. Добрый день. Чем могу помочь? Люкс, пожалуйста. Для него тоже номеров нет? Люкс? Да. Маш, ну извини, я просто не думала, что у тебя хватит денег на люкс, поэтому не предлагала. Ваши паспорта, деньги вперед. Прошу. Да, ты выкрутишься из любой ситуации. У нас хватит денег на люкс? Милая, у нас денег хватит даже на эту гостиницу купить. Так что, видишь, Лена, Маша и люкс, да вещи неразделимые. Угу. Спасибо. Держите. Благодарю. Нам помогут тут вещи отнести? Кара, 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 вещи отнеси быстрее. Слушаю, хорошо, хорошо. Приятного отдыха, господа. Вырез, вырез. Gezenlerden haberim her bir şeyden aklını çelenlerle hiç vakit kaybetme ben varken onunla bunla oyna. Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Отлично спалось. Я думала, что мы раньше вообще не пошли сюда в этом кабриолете в дурацком сидели. Откуда так нарядился-то, скажи? Да, у меня такая деловая встреча, я уже опаздываю. Ну, покушать, я кушать хочу. Я опаздываю, не смогу. Если покушаю, не дойду туда. А то я это голодная. Закажу, что хочешь сюда. Чего хочу? Что можешь, да, конечно. Вообще все-все-все? Все, можешь заказать это сюда. Запомни, ты здесь хозяйка. Хорошо. Пока. Пока. Оставляю тебя маленького Мехмеда. Следи за ним. Угу. Пока. Целую. Пока. Так, значит, я буду. Яичница. Одна. Гренки. Слушай, донесите все сразу просто, ага. Все. Люкс, да, люкс, люкс. Я хозяйка, я могу заказывать все, что хочу. Эх, видела бы меня сейчас Маринка. Заходите. Доброе утро, красивая госпожа. Здравствуй, здравствуй. Так, а где салат и мясо? Мясо где, говорю? Садитесь, вот так. Ватершеда. Где салат с мясом? Открывать? Я сама открою, ладно. Иди. Чего? Чего? А? Нет денег. Тогда я угощусь этим. Нет, ну вы наглые здесь, честное слово. Вообще, я удивляюсь. Руками своими тут. Сюда. Нормально. Что воняет, а? Перегаром, наверное, Маш. Грубая ты. Я гляжу, наши ветклиники очень плохо, я могу посоветовать хорошее средство. Корм. Аспирин. А. Маша, ты опоздала? Ну, там пробки были, Шар. Ты что, пьяный, что ли? Нет. Отец, тебя точно уволят.
Отец, по-моему, она пьяная. Погляди на нее. Салям алейкум. Простите, пожалуйста, вам, по-моему, это не очень идет. Сейчас я вам дам. Бери ее отсюда. Сейчас. Маша, пойдем, Маша. Ты чего? Ты убери. Что ты пила? Что делаешь? Успокойся. Выйди отсюда. Немедленно выйди отсюда. Уходи. Слышишь, еще чик-чик. Иди домой. Уходи. Ты меня выгоняешь? Уходи. Все, вашу лавку точно закроют. Я тебе обещаю. Уходи. Руки, руки, руки убери. Руки. Пока. Чао. Крысиными шкурами торгуете. Маш. Маш, иди сюда. Иди сюда, пожалуйста. Меня, по-моему, опять уволили. Ты мне нужна. Пойдем, пожалуйста. Пойдем. Подожди, машина. Оставь ее здесь. Пойдем. Ну, ты потом за ней вернешься. Пожалуйста, Маша. Пойдем. Что с тобой? Потом. Тебе нужно быть поосторожнее с Сишаром. Почему? Почему? Потому что он сегодня приставал ко мне. Ай-яй-яй, вот Сишар, сукин сын. Прости, пожалуйста. Ну, так а что ты хотела? Ты себя в зеркало видела? Ко мне все пристают, Маш, понимаешь? Все. Все домогаются. Это Турция. Почему это происходит только со мной? Не только с тобой. Ну, пупсик. Ты меня не слышишь. Иди проспись. Пойдем потанцуем, Маша. Иди проспись. Пока. Не трогай своими грязными руками. Это самый лучший обои я в жизни. Извините, дайте ключ, пожалуйста. Секунду. Да, вижу, хорошие обои. А рабочие будут завтра? Завтра будут, да. Дайте, пожалуйста, ключ. А, завтра будут, да? Да, завтра будут. Лена, что, стеклянная? Дай ключ, пожалуйста. Клиент протрезвел. Прекрасно. Слушай, ты не хами, ладно? Это и так не самый лучший отель. Ты что думаешь, если ты тут Жерара в Депардье развесила, так все хорошо? Ну, то другую найди. Другую найди тогда. Радуйся, что я тебе хоть клиента богатого принесла. Я рада. Пожалуйста. Я взяла уже ключи. Да? Дамы ваши, сердце. Угу, ты что? Извини, что я тебя приволокла в этот отель, ладно? Хорошо. Было действительно другой ехать. И что здесь произошло? Я завтракала. Там осталось что-нибудь, а? То у меня голова болит. Итак, ты всегда так завтракаешь? Нет, Мехмед, блин, только я в люксах так завтракаю. Господин, хозяйка отправила меня к вам убираться. Давайте. Нет, не надо. Что тут произошло? Здесь была война. Аллах, Аллах. Мне подождать? Да. Оставьте это здесь и подождите за дверью. Вы тут разбирайтесь сами. Я позже зайду. Она уберет, да? Куда она пошла? Ты как себя чувствуешь, Ута? Честно? Да. Плохо. Плохо? Mm-hmm. Тогда ты устала. Ты лежи, отдыхай. Я сам уберу все. Ничего, я сам возьму, давай, уберу. Я поняла, хорошо. Ну что, ну погуляла немножко. Ну бывает же, ну что такого? Еще там Стасан. Пол потом вымыл, можно? Можно. А говорила, не умеешь. Вот видишь? Умеешь. Войдите. Уберите, пожалуйста. А говорила, что не умеешь. Воды видишь? Нет. Воды нет? Да. Принеси. Я мысь. Блин, голова болит не вообще. Надо. Она сама будет делать. Да? Просто я хотел проверить, ты умеешь? Проучись меня? Да.
Слушай, воду дали, а полотенец... А, ну, конечно, где они могут еще быть? Маш. Че? Иди-ка сюда. Иду. Маша, ты знаешь. Сядь-ка, пожалуйста. Тоже. Села. Вот ты знаешь, ты мне очень нравишься, правильно? Да, ты уже это говорил. И у меня к тебе такой серьезный вопрос. Настолько ты готова со мной на серьезные отношения? А это что, разве не серьезные отношения? Вот ты знаешь, у меня какие отношения с отцом, правильно? Ну, знаешь, что. Как что? То, что у нас больше не будет такой большой дом. Ну что, у меня никогда не было большого дома. Слушай, у нас не будет слуга. У меня никогда не было слуг в старом-то осколе. Я больше не смогу каждый день рядом с тобой вот так сидеть. Мне придется много работать. Я тоже буду работать. Знаешь, мне что интересно? Mm. Я хочу знать, ты готова ли со мной вместе на вот эту далекую дорогу, путь выйти? Ты готова ли быть моей опорой? Правильно сказал я? Правильно, правильно. Ну, не знаю даже, честно говоря, даже как на этот вопрос ответить. Что ты за дурак такой? Так, да или нет? Я тебя люблю. Хороший ответ. Я тоже тебя очень люблю. Игорь, да? Добрый день. Угу. Нормально все там? А, ты не понимаешь. Да. Пересчитай. Так. До свидания, госпожа. Сюрпризы. И где? Раз, два. Открывай. Три. Что за... Не, я хотел сказать, что... В общем, да ничего. Ты не... Нет, ты не обижайся. Да. Нормально. И... Да ничего, вот, в смысле... Ты что, смеешься? Милый, ты не обижайся. Платье красивое, ты еще красивая, но ты в этом наряде немножко похожа на Фатиму. На кого? У меня же нету сов, ты чего же? Она что, бородатая такая? А у меня тебе такая сюрприз. Послушай, милая, я хотел тебе сказать, что... К сожалению, завтра я поеду в Анкару на 3-4 дня по делам. Ну, отлично, я с тобой поеду. Тебя не могу с собой взять. Почему? Как почему? По делам я иду. Вот эти документы оформлять. На министерство с тобой как? Ну, 4 дня это долго. Да недолго. Ты даже не успеешь соскучиться, ты, поверь мне. Я уже скучаю. Уже скучаешь? Угу. Мне помогать? Ты не волнуйся. Я под этим платьем настоящая Маша. Да? Да? Сейчас проверим. Кто видит будущее и разговаривает с мертвыми. Ань, нет, подожди, слушай. Да нет, я же опаздываю. Да. Маша, давай скорее, я опаздываю. Слушай, ну стой, ну возьми. Подожди, пожалуйста. Маша, я опаздываю, давай скорее, пожалуйста. Слушай, А где ключи от машины? Ох, черт, ключи от машины, я же в машине их оставила.
Всех, все нормально. Я тебя очень, очень сильно люблю. Угу. Пока. А, яблоко тебе взяла в дорогу. Давай. Спасибо. Пока. Следи за женщиной, если не хочешь остаться без машины. Следи за языком, если не хочешь остаться без магазина.